Обновление интерьера – это приятные ожидания и всегда неизбежные хлопоты и траты. Мы делаем выбор в пользу качественной мебели. И хорошо, когда приобрести ее можно по разумной цене. Но что выгоднее – купить готовую мебель или приобрести по своему индивидуальному заказу? Ответ на этот вопрос мы надеемся найти в магазине «Мебельер». «Мебельер» – это не просто сеть магазинов, а целая производственная компания. Здесь легко в реальность воплотят любую вашу задумку. Уже более 12 лет эти специалисты изготавливают корпусную мебель, которая украшает квартиры не только жителей Канска. «Мебельер» широко известен и за пределами Красноярского края. Основной материал, с которым мы работаем, это ламинированная дерево-стружечная плита. Предпочтение мы отдаем заводу-производителя города Томска, потому что ламинат идет более плотный, а это значит, что мебель прослужит намного дольше, чем других производителей. С каждым клиентом мы работаем индивидуально, учитывая их потребности, пожелания, ну, естественно, финансовую возможность. Цветовая палитра ЛДСП буквально безгранична, впрочем, как и фасадных и кромочных материалов. Заказать мебель можно, ориентируясь на возможности своего кошелька. Но не думайте, что мебель эконом-варианта будет хуже по качеству. В «Мебельере» все делают на совесть. Просто дизайн и фурнитура будут немного попроще. Убедиться в качественной обработке каждой детали можно, заглянув в производственный цех. Современное итальянское оборудование позволяет без сколов осуществлять распил ДСП, проклеивать кромку, делать фигурную фрезеровку. Мастера, работающие здесь, постоянно проходят обучение, повышая свою квалификацию. Выполнение любого заказа займет от 2 недель до месяца. Все зависит от сложности. А теперь более подробно об отдельных предметах интерьера, например, о красивых и удобных кроватях. Спиночку изготавливаются фасады МДФ, идут расцветочки, тоже идут разные, форма может быть тоже разнообразна, фрезеровочка тоже есть у нас, выбор огромный. Также мы предлагаем нашим заказчикам ортопедические основания любых размеров, также предлагаем матрасы любых размеров, любого разнообразного наполнения. Нельзя оставить без внимания вот такие шкафы. Здесь есть яркие детские и более солидные, большие и вместительные взрослые. Сюда поместится, впрочем, гардероб всей семьи. Такой шкаф-купе привнесет в вашу спальню ярких красок. Помимо внешнего оформления, он порадует вас и внутренним содержанием. Штанга-подвешалки, глубокие полки и выдвижные ящички. Очень многофункциональный и вместительный. В «Мебельере» вам предложат десятки вариантов оформления дверей шкафа. Шкафы-купе, во встроенные шкафы, в гардеробные. Мы ставим раздвижные двери на алюминиевой системе. В раздвижные двери мы можем вам предложить поставить, значит, рифленое стекло, как светлое, так и бронза. Оргстекло, что тоже очень красиво. Оргстекло может быть как матовое, так и прозрачное, разных расцветочек. Также мы можем предложить вам ставить панелечку МДФ. Зеркало, пожалуйста. На зеркало мы можем нанести рисунок пескоструй, то есть фон может быть зеркальным, рисунок матовым. И может быть наоборот, фон будет матовый, рисуночек будет зеркальный. Также можем поставить стеклопечать, то есть это на стекло наносится рисуночек. Не менее разнообразным может быть и наполнение вашей гардеробной. Мы можем предложить поставить пантограф, сетку под обувь, выкатные корзины, вешалки для галстуков, для брюк, для ремней. Кухня, бесспорно, главная комната в доме, а потому мебель на ней должна быть современной. В «Мебельере» вам предложат фасады гарнитура на любой вкус. Прямые, изогнутые, гладкие и с фрезеровкой разного цвета и текстуры. Дверцы с доводчиками, открывающиеся лишь при одном нажатии. Металлические ящики, подсветка, барная стойка. Все эти детали – еще один плюс в пользу кухни от «Мебельера». Ну и, конечно, выгодная цена. От такого предложения отказаться сложно. Я надеюсь, что даже самые сомневающиеся клиенты примут решение заказывать мебель только у нас. В наших салонах мы с удовольствием ждем не только постоянных клиентов, но и их новых. Добро пожаловать в «Мебельер». Что ты такое? Я Диана, принцесса Фимискирань, дочь Ипполиты. Именем добра, твоей тирании над этим миром пришел конец.